Я думаю, что Олимпиада Сочи 2014 – это одно из самых ярких, может быть, зрелищных, нужных спортивных состязаний и самых престижных. Олимпиада – самое престижное спортивное мероприятие. Вот. И, конечно, оно нужно. Это подчеркивает о культуре не только нашего спорта, вообще о культуре, о цивилизации. В общем, это престижно для нашей страны. Конечно, она требует большие затраты, но я думаю, что они окупятся, потому что те стадионы, спортивные сооружения, которые сейчас построят, они нужны будут нашей стране, спортсменам нашим, детям, внукам, правнукам. Они останутся навсегда. И все это, расходы эти в основном окупятся. Ну, не сразу, конечно, со временем. Поэтому Олимпиада Сочи 2014 очень нужна нашей стране.